ленинградские кинематографисты работают над фильмом, в котором рассказывается о событиях, происходивших в России полтора века назад. Пушкинская строка «Звезда пленительного счастья» стала названием картины о трагических и прекрасных судьбах русских революционеров-декабристов, восставших против царского самодержавия. В Сибири, в местах, где когда-то жили ссыльные декабристы, ведутся натурные съемки фильма. Его постановку осуществляет режиссер Владимир Мотыль в содружестве с оператором Дмитрием Месхивым. Роль Волконского исполняет Олег Стриженов. Его жены Марии Наталья Бондарчук. Трубецкой Ирина Купченко. Фильм расскажет о замечательных женщинах, которые последовали за своими мужьями в изгнание. Среди героев новой картины декабрист Иван Анненков, артист Игорь Костолевский. Его невеста Полина Гебль, которую играет польская актриса Ева Шикульская. Фильм «Звезда пленительного счастья» выйдет на экраны страны к юбилейной дате 150-летия восстания декабристов.